Сейчас мы вам покажем, как снять деньги с банкомата в Китае. Вот China. Кстати, это наш отель, вот мы в нем живем. New City отель. О, какие, видите, какие купюры тут есть. Иду, я просто вот. Так, вот сам банкомат, как выглядит. Здесь можно, да, кстати, приложить можно сюда себе, даже не набирать пин-код. Правильно говорю, Алишер? Можно кого-то приложить, по-моему, не надо пин-код набирать. А, пин-код надо набирать просто. Что-то это для... Можешь сюда положить просто. Нет, все. Это для каких-то других. Как попробовать? Просто приложить. Ну просто приложи. Вот видишь, сработало, да? Еще не знаю. Нет. Сработало? Это для другого чего-то. Вот что. А, ну значит туда вставляли. Попробуйте. Так, вот он карточку проглотил. И записал карту все. Нет, я не записал, я убрал. Не переживай. С обратной стороны это нет рекорд. Даже если они будут знать число и месяц, все равно это не поможет, да? Точно. Так вот, наверное, вот на это нажали. На английский. Ниже, а, ниже. Вот английский. А там что было тогда? Так, у нас Seven аккаунт, у нас дебетовая карта. А, пин-код. Вадим, ну я пин-код не снимаю сегодня, не переживай. Первый. Да. Даже угу. Очень бы интересно было, если бы ты снял. Пин-код. Так, теперь что, интер нажимаем? Угу. А, два раза надо нажать интер, да? А, нет. Опять Seven? А что это у них-то под 100 раз? Второе, без рау. Без рау. Все, уводите спокойно. Ну, уводите, или там можешь нажать, вон 1000 есть, нажимаю вот сюда, да. Короче, если я забуду, буду видео твое смотреть. В принципе, тут на английском, слава тебе. Так. Да, должна сейчас открыться эта коробочка, да? А, вот пикнула это телефон. А, мой пикнул? Да. Сейчас узнаем, сколько бабла потеряли. О, бабло. Брать, да? Да. А что так низко? Что так низко-то? Кстати, карту забирай себе. А где я ее не вижу? Что-то я карту не вижу. Вот, да? А, надо нажать экзит, и тогда выскочит карта. А у нас в России наоборот. Сначала карту дают, а потом деньги. Так, а он спрашивает, может, вам еще что-то надо? Ну, вот видите, одни стольники дает, кстати. Вот я хотел показать, видите? Блин, нифига не видно. Вот, видите, одни 100 рублей, новые. У нас в банкомате такие же выдают. 100 юаней. Другие не дают купюру, правильно? По-моему, только стольники дают. Смотрите, сколько снялось. Вот посчитай, Свет. О, Алишер нам помог, спасибо. Обращайтесь. И также это, если кому надо поехать в госпиталь, в этот, как он называется он? Государственный госпиталь. Он вас бесплатно отвезет и привезет, правильно? Вот. А вот его личный автомобиль. Ничего, если я его засвечу? Госпиталь. Госпиталь. Вот, пожалуйста, вот. Записывайте номер, обращайтесь к Алишеру. Бесплатная реклама. А, меняется иногда? Все, ну ладно, сейчас мы поедем. Все. Так что вот, идите. New City отель. Это наш, мы в этом отеле живем, и здесь же можно деньги снять. Вот я вам показал наглядно все. В следующей серии вы увидите подземную улицу. Там и видите очень много чего интересного. Все красиво. И заодно цены вам покажу, что почем. А кому понравилась полезная информация, как снимать в банкомате китайские юани, лайки, комментарии приветствуются. Жмите колокольчик, когда подпишетесь, и вам будут приходить уведомления о моих новых интересных видео и прямых трансляциях. Всем до новых встреч!